Здравствуйте, с вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас видеообзор по набору инструментов Top Tool, автонабор на 82 предмета. Нас очень долго просили сделать данный видеообзор. И вот сегодня мы покажем данный набор, его комплектацию. Набор Top Tool — это тайваньский инструмент. Инструмент очень высокого качества, профессиональный. Также масса отзывов есть по данному инструменту в интернете, можете посмотреть. Поставляется набор, такая полноценная картоновая коробка, то есть очень, это кому важно, на подарок, допустим, подарить, очень хорошо выглядит. Здесь указывается преимущество набора, то есть хорошая сталь, хром ванадий. Указываются сертификаты, которые данный инструмент имеет, международные. С обратной, с боковой стороны комплектация набора есть. Ну, в принципе, с такой важной информацией это все. В данной комплектации наборов есть в шестигранном. Шестигранный профиль, то есть головок у нас сегодня. Шестигранный профиль есть. Наборы 12-гранными головками, тоже точно такой же комплектация. Это все указывается сбоку. Маркировка есть, где 12-гранный, а где 6-гранный. То есть сбоку ставятся галочки. Такая прокладка идет между двух крышек, чтобы инструмент не гремел во время перевозки. Трещотки. Две трещотки в наборе. 1,4 дюйма и 1,2 дюйма. То есть маленькая и большая. Трещотки на 36 зубьев. Силовые. Есть реверс флажковый переключатель. Право-влево движение. Сама часть трещотки внутренняя. Трещоточный механизм. Разборная трещотка. Можно здесь трещоточный механизм. И придаются также отдельно. Сама трещотка, которая внутри устанавливается, подается отдельно. Ее можно заменить, если вдруг сломалась. Но сломать трещотку Top Tool надо брать специально ее и ломать. Рукоятка пластиковая, надпись Top Tool есть на рукоятке. На металле указывается номер трещотки, то есть по каталогу. Сейчас я покажу вам каталог. Вот по этому номеру, который указан на металле в каталоге Top Tool. Вот у нас бумажный каталог. Есть такой в электронном формате, можно найти в интернете. Вот по этому номеру в этом каталоге вы можете найти трещотку, которая идет в наборе. Это указано то, что инструмент оригинальный, то есть заводской. Длина трещотки составляет 270 мм. Это под 1,2, под 1,4 длина трещотки 150 мм. Также рукоятка пластиковая, также номер есть по каталогу. Есть быстрый сброс головки и фиксация головки на трещотке. Нажали кнопку, сняли. Тут минимальный люфт вообще на трещотках, очень четкий шаг, не прокручивается, то есть четкий щелчок идет. То есть трещотки высокого качества. Отверточная рукоятка, длина 165 мм. Вот такая она идет. Тут немножко нестандартная она идет, обычно в наборах идет квадрат, здесь она вот закругленная. Также номер по каталогу есть, но нет просветительного квадрата сверху. То есть, чтобы подключать трещотку, здесь просто вот отверточная рукоятка. Применяется она с битами. Получаем такую отвертку. Или можете применять также с головками под 1,4. Это где нужно подлезть, там, допустим, подкрутить в труднодоступном месте, там, где не достанете трещоткой. Вот такая отверточная рукоятка. Также надпись Top Tool идет на пластике. Рукоятка пластиковая. Т-образный вороток под 1,2, длина 250 мм. И этот же вороток служит как и удлинитель 250. Снимаем адаптер, такой адаптер идет в комплекте. И получаем удлинитель 250 мм. Как видите, надпись Top Tool на металле есть, и номер также идет каталогу. Этот переходник вы можете использовать, если у вас есть трещотка или вороток 3/8 дюйма. Вот у нас такая трещотка есть по 3/8. Одеваем данный переходник и можете сюда подставлять головки из набора под 1,2. И такой же вороток Т-образный есть у нас под 1,4. Вот. Длина 11,5 см. И тоже номер по каталогу, надпись Top Tool на металле.
Две свечные головки 16 и 21 мм. Внутри имеют резиновые вставки. Удлинитель меньше под 1/2 дюйма, длина 125 мм. Также видите Top Tool и номер имеет. Теперь удлинители под 1/4. Здесь три удлинителя. Маленький 55 мм, есть средний 100 мм и есть гибкий 150 мм. Это для труднодоступных мест. Два кардана под 1/2 и под 1/4. Вот такие карданы, они скреплены. Здесь не болты, не вставки, а вот заклепки, то есть он полностью проклепан. Инструмент здесь очень хорошо защелкивается в своих ячейках, где он находится. Это исключает выпадание его. Биты. Под 1/4 биты идут уже с переходником, с адаптером. Под 1/2 идут биты, и адаптер идет отдельно. Такой адаптер под биты. В комплекте вставляете биты в адаптер. И сюда вставляем, допустим, трещотку. Биты под 1/4, я уже показывал, они уже идут с адаптером. То есть просто вставляете. В профиле здесь есть профили насадок, шестигранники, торксы, шлицевые, крестовые. Также биты под 1/2, шестигранники, крестовые, торксы и шлицевые биты. Общее количество бит у нас под 1/4 18 бит, под 1/2 16 бит. В наборе шестигранный профиль, здесь головки присутствуют под 1/4 и под 1/2. Головок торкс с профилем торкс и головок длинных в наборе нет, поэтому если вам нужны такие профили и головки, допустим, длинные, их нужно докупать отдельно. Головки под 1/4 у нас 12 штук и под 1/2 также 12 штук. По размерам 1/4, самая маленькая головка у нас на 4 мм, самая большая на 13. Под 1/2 у нас самая маленькая на 14 шестигранная и самая большая 32 мм. Вес головки 32 мм составляет 215 грамм. Надпись 32 мм, Top Tool и внизу номер каталожной данной головки. Головки здесь полностью отполированы. Хотелось бы отметить, что вот отличие инструмента Top Tool очень такое интересное, что очень классная полировка, можно сказать, металла в наборе. То есть все гладко, все, ну, не к чему даже придраться. И на головке, кстати, нанесен такой тонкий слой или масло, или защитное что-то. Ну, жирные они такие, видно, с завода так ходят. В верхней крышке набор ключей комбинированных. 9 ключей. Здесь тоже они немножко необычные. Видите, что рожок немножко загнут вниз. Как отмечают люди, которые работают на СТО, это такими ключами более удобно работать, чем рожок прямой. Здесь они, видите, немножко изогнут вниз. Также отмечу, очень хорошо отполированные ключи, очень хорошее литье. Top Tool, надпись посередине ключа, 10, видите, 10 мм. С обратной стороны номер по каталогу идет. Так, вот такой большой ключ идет. Очень удобная ручка, она не широкая, узкая. Вот такие ключики. По размерам ключей, которые в наборе идут, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 и самый большой 22. По комплектации набора все. Кейс у нас зеленого цвета, светло-зеленого. Соединяется он, две крышки соединяются с широкой зависой посередине. Зависа идет пластиковая, запирание на пластиковые замки черного цвета. Инструмент верхней крышки хорошо держится, защелкивается. То есть вопросов нет.
Материал изготовления хром-ванадиевая сталь, и сверху нанесено защитное покрытие на инструмент. И как вы видите, два логотипа, логотипа Top Tool, еще идет в нижней крышке надпись Top Tool идет на пластике, и в верхней также надпись Top Tool. Набор небольшой, очень компактный кейс, ширина его 375 мм, длина 300 мм, высота 75 мм. Вес набора составляет 6,5 кг. Закрывается без проблем, очень легко. Качественный пластик, качественное изготовление самого кейса. Логотип Top Tool идет на верхней крышке. Надпись Top Tool. Однозначно мы рекомендуем к покупке данный инструмент. Подписывайтесь на наш канал, получайте скидку в нашем интернет-магазине. Спасибо, до свидания.